улице Дзержинского, дом 50. Типичная тольяттинская новостройка. Подъезд встречает армейским порядком и признаками офицерской бдительности. Восьмой год здесь живут военные. В 2013-м 20 квартир Минобороны дарит мэрии. Вот соответствующий приказ главы ведомства. Трешка Владимира тоже в списке. Полковник запаса удивлен. Говорит, давно приватизировал квартиру. У меня все документы на руках, через суд все положенные действия выполнены, и как бы квартира является, я являюсь собственником квартиры. В двусмысленном положении оказались еще 15 тольяттинских семей экс-военных. Как такое случилось, в Минобороны пока не комментируют. Городские чиновники обещают не торопиться с оформлением сомнительной военной недвижимости. Велика вероятность того, что Минобороны даже не знала о том, что эти квартиры приватизированы. 4 квартиры мы зарегистрировали право муниципальной собственности. Сведения проживающих в этих квартирах Минобороны нам также не предоставила. Соответственно, будем вести работу по выяснению, кто там проживает, на каких основаниях. Если люди там сильны на законных основаниях, естественно, они будут жить. Аналогичная ситуация и в Самаре. Этим приказом Сергей Шойгу передал горадминистрации 14 квартир на Водников 49. Среди них тоже присутствуют объекты, приватизированные военными пенсионерами. Сколько еще выясняется. Сюрприз от Минобороны в 2013-м получили и в Чапаевске. За 11 километров от города в виде аварийного детского сада в заброшенном военном поселке Чапаевск-11. Распоряжение о передаче дошкольного учреждения в Москве утвердили в конце февраля. Признается, узнала о подарке от нашей съемочной группы. Здесь, видимо, нужно элементарно, так сказать, или организацию, у кого на балансе, так сказать, находится, или человека, так сказать, который может сдать нам, передать. Вот пока вот этого ни человека, ни организации, ни схемы этой нет. В самом детсаде приказ вызвал панику. На капремонт учреждения нужно 80 миллионов рублей. Дотационный Чапаевск с собственным ежегодным доходом в 208 миллионов его не потянет. И гражданские контролирующие органы могут закрыть полупустующий и гниющий объект. Но даже если сад останется, 30 сотрудников опасаются массового сокращения и резкого уменьшения и без того небольшой зарплаты в районе 10 тысяч рублей. Оклады в детских садах в муниципалитете порядок отличается от наших, потому что здесь у нас идет и выслуга как бы военная, то есть у нас, если мы проработали больше 10 лет, у нас выслуга своя идет, а кто больше 15-20 уже и 40% к заработной плате. И все-таки премии мы здесь получаем хорошие довольно-таки, которые в Чапаевске вряд ли нам кто будет давать. У нас на каждую группу по 2 воспитателя, по 2 няни. В Чапаевске 1 воспитатель и 1 няня. Сменить статус с военного на муниципальный могут и самарские детсады. В городской администрации готовы принять на баланс 4 дошкольных учреждения Минобороны. Впрочем, официально они еще не списаны.